Полесье – легендарное место, с которым связано множество народных поверий, место самобытной культуры и древних традиций. Самый лесной регион, ставший домом для сотен видов редких и исчезающих животных. Уголок Беларуси, который дольше всех оставался терра инкогнито и до сих пор не выдал всех своих тайн. Мифические существа – русалки и водяные. Говорят, их можно встретить только на Полесье. Максим Немчинов, ученый-прагматик, не верит в народные приметы и мифы. Русалки, водяные, леши и прочие фольклорные существа – это выдумка еретиков от науки, уверен Максим. Эколог исповедует теорию эволюции и поклоняется антропосоциогенезу. Любой миф готов проверить на биологическую прочность. Всем привет! Можете ли вы поверить в то, что в Беларуси сегодня существуют места, где нет дорог и почти не встречаются люди и автомобили? Существуют, еще и как. И где им быть, как не в самом зеленом и диком уголке нашей родины – Полесье. Но Полесье – это не только нехоженые тропы, это еще и обитель множества мифических существ. Наши языческие предки считали, что примерно в это время, на русальную неделю, в водоемах просыпаются русалки. Только представьте себе, не можете? Вот и мы тоже. Настолько не можем, что решили немедля отправиться в путь в самое сердце Полесья, чтобы найти ответы на все вопросы. Вперед на поиски терра инкогнито в неизвестной Беларуси. Добрались до Полесья. Но на нашем пути вполне предсказуемой преградой стала Припять. Река, дающая жизнь всему этому региону, как в легендарном, так и во вполне реальном смыслах. Наша цель – заказник Средняя Припять, находится на противоположном берегу. Мы сейчас аккурат посредине пути, от Лунинца до Столина. И уменьшить это расстояние помогает паромная переправа. Благодаря ей можно сократить путь не на 0,1 километра. А вот русалок пока не видно. Эта паромная переправа через Припять между Столиным и Лунинцем – одна из немногих существующих в Беларуси, сама по себе уже терра инкогнито. Можно сказать, настоящая достопримечательность. Сложно представить, как раньше без нее обходились люди. Ведь для того, чтобы попасть в соседнюю деревню, приходилось делать крюк аж в 200 километров. Открылась переправа зимой 2012 года, и с тех пор Лунинецкий и Столинский районы стали намного ближе. Грузоподъемность ее 60 тонн, а обеспечивает ее работу команда из 8 матросов. Переход с одной стороны на другую, к слову, бесплатный. Но есть и минусы. Работает она только по расписанию и только до 8:30 вечера. Так что, если не успели, придется перебираться вброд. Путь занял всего несколько минут, и никаких русалок нам не встретилось. Хвостами никто не махал. Так что высаживаемся на берег и продолжаем наши поиски. Мы достигли нашей первой цели, попали на территорию Средней Припяти. Этот уголок неизвестной Беларуси настолько уникален, что его взяло под охрану государство. Для пущей сохранности здесь организовали заказник, который так и называется – Средняя Припять. Республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять» образован в 1996 году на территории Пинского, Лунинецкого, Столинского районов Брестской области и Житковичского района Гомельской области. Площадь заказника – 90 447 гектаров. Территория заказника имеет статус Рамсарского угодья, водно-болотного угодья международного значения и международный статус ключевой орнитологической территории. В границах заказника зарегистрировано 725 видов растений, среди которых 24 редких и находящихся под угрозой исчезновения. Республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять» – крупнейший в Европе участок речной поймы, сохранившийся в естественном состоянии. Пойма Припяти имеет значение для сохранения популяций целого ряда видов, которые находится под угрозой глобального уничтожения. Чем уникален заказник «Средняя Припять»? Дело в том, что именно здесь находится самый крупный сохранившийся в Европе участок речной поймы в естественном состоянии. По причине постоянных разливов Припяти отсутствие дорог нога человека сюда практически не ступала. Вот она, терра инкогнито. Припять с притоками относится к типу рек, половодье на которых не глубокое, но продолжительное.
На самой Припяти оно может продолжаться до 4 месяцев в году, а на притоках до полутора. Общая площадь затопления может превышать 425 тысяч гектаров. Неудивительно, что при таких продолжительных разливах эти места остаются неизведанными и дикими. Своеобразный природный цикл определял жизнь людей здесь в течение сотен лет. А потом появилась осушительная мелиорация и связала эти места с большой землей. Как раз в это время, как говорит народный календарь, празднуется русальная неделя. Ведьмы, русалки, кикиморы выходят из своих убежищ и устраивают шабаши. В общем, эдакий аналог 8 марта, празднуемый вдалеке от городской черты. Надо быть осторожнее. Что интересно, люди в этой местности всегда жили обособленно от всего остального мира. Возможно, именно благодаря этой обособленности, объяснимой болотами, и дошла до нас уникальная культура Полесья со всеми прымхами и забабонами. Русалки как раз к таким и относятся. Надо бы найти человека, который бы видел русалок и мог рассказать нам, как они выглядят. Кажется, мы отыскали человека, который может помочь нам в наших поисках. И пусть в русалок он не верит, но отлично ориентируется на местности и наверняка знает места, где их можно попытаться увидеть. Путешествовать по Полесью без лодки не имеет смысла. Огромные территории здесь, как правило, затоплены водой во время половодья, и добраться туда можно по воде. Так что мы отправляемся в путешествие по белорусской Амазонке. Тем более, что на воде вероятность встретить русалку значительно выше. А сопровождать нас будет директор заказника «Средняя Припять» Василий Мурдухай. Добрый день. Здравствуйте. Что, грузимся на воду? Рады приветствовать, пожалуйста. Угу. Очень сухой, и уровень воды в реке тоже очень низкий. Видно, что в годы более водные она находила гораздо выше. Вот на столбе, на опоре, на свае моста виден прямо уровень, такой вот белесой отметкой внизу, типичный для этой реки. На пару метров, а то и больше разница с теперешним. А вот у нас и запрещенные виды лова, орудия. Нехорошие наши рыбаки-любители. Это запрещено законодательством Республики Беларусь. Ну хорошо, здесь хоть нет, мы не видим ни одной рыбки. Так, такие снасти мы актируем. Рыбу живую отпускаем, остальное утилизируем и ликвидируем его. Пресноводная губка. Да. На сучке, попавшем в сеть. Там еще больше. Это живая. Сеть не сильнее. Вот. А русалок в сеть не попалось. Ну и хорошо. И рыбы тоже. Это радует. Это радует одно. Припять. Река в Беларуси и на Украине – правый приток Днепра. Длина – 775 километров. Площадь бассейна – 114,3 тысячи квадратных километров. Ширина поймы в верхнем течении – 2-4 километра и более. В отдельные годы затапливается на несколько месяцев. Русло в верховье канализировано. Ниже – извилистое, образует меандры, старицы, много проток. Питание смешанное с преобладанием снегового. Для водного режима характерно длительное весеннее половодье. На весну приходится 60-65% годового стока, который составляет 14,5 кубических километров. В верхнем течении вода поднимается до 2 метров, в среднем – до 3,5 метров, в нижнем – до 5-7 метров. Замерзает в середине декабря, вскрывается в конце марта. Цвет воды определяется преобладанием в бассейне реки торфяно-болотных почв. Берега здесь низкие, просто с лодки выпрыгнуть не получится, поэтому будем переобуваться в сапоги. Пойдем по отмелям до лугам погуляем.
Вся эта красота не останавливает человека. Местами можно встретить мусор, целые свалки. Надо сказать, что администрация заказника регулярно устраивает рейды для выявления нарушений природоохранного законодательства. Так что будем надеяться, если не русалки, то администрация накажет нарушителей. Вот мы видим очередной несанкционированный мусор, остаток после наших рыбаков-любителей. Таких, к сожалению, очень много по реке Припять, и не только по реке, в целом по всему заказнику. Хотя есть места отдыха, оборудованные для рыбаков-любителей и для вообще любителей природы. То есть здесь вообще-то при нормальном уровне воды должна была быть такая заводь мелководная, прогретая, хорошая. Вот эти вот травки росли бы под водой, и только листья плавали. И, наверное, красиво попозже, когда они зацветают желтыми цветками. Но сейчас фактически засуха. Лягушку давайте посмотрим. Озерная лягушка. Самец, но молодой еще. То, что самец, хорошо видно по передним лапам. Здесь у него на большом пальце это вот утолщение, так называемая брачная мозоль. При спаривании он ими самку обхватывает и удерживает с их помощью. Ну, это еще молодая достаточно особь. Отпустим ее во свояси. Мы сейчас заходим в пересохший залив, в затоку фактически высохшую, и по дну идет такая как бы канавка, ручеек, но это не ручеек, это натоптали бобры. То есть до последнего они искали удобную возможность перемещаться не на открытом пространстве, а под водой, и вот по самому глубокому месту получилась такая дорожка. В местах, где торф, ил, они еще прорывают, прогрызают, но тут мы уже стоим почти на песке, им углубляться некуда, поэтому вот до последнего они ходили, получилась просто такая тропинка, залитая пока еще водой. Заказник расположился в среднем течении реки. От устья Ясельды до устья Ствиги. Это что-то около 120 километров. Интересен он не только пойменными лугами. Здесь много дубрав и черноальшаников. Масштабная вырубка никогда не велась, поэтому леса уцелели, здоровые, местами очень даже спелые, и соблазн вырубить деревья велик. Хотя пока его, к счастью, удается сдерживать. Стою я в ямке, вижу, что не просто ямка, а порои кабана, правда, уже довольно старые, может быть, год им, а то и больше. Вообще, надо сказать, что в заказнике очень большое разнообразие животного мира, и связано это с ландшафтным разнообразием. Здесь встречаются пойменные луга, низинные болота, густая сеть озер и временных паводковых водоемов, русла рек, рощицы и леса самых разных деревьев, так что здесь найдется место и ежу, и даже маленькой улитке. Вот только русалок пока не видно. Интересная растительная ассоциация. Фактически это ивовый лес. В живой природе он может существовать долго только в очень специфических условиях. Обычно он сменяется ольховым, березовым, может быть, осиновым лесом, то есть это не лесообразующая, в общем-то, даже и порода дерева. Но вот здесь он, видимо, уже довольно долго в таком состоянии, вот такой вышедший фактически в ярус леса кустарниковая ивовая заросль. Красиво и довольно интересно, не так часто увидишь. Пойменный. Это место заливается водой. Сейчас год очень сухой, такого не было уже много лет, поэтому воды здесь нет, но видно, что она постоянно здесь находилась. На деревьях видны отметины. Эти вот потемнения показывают примерный уровень, то есть неглубокий разлив. По окраинам этого углубления видна граница, по которой распространяется трава, то есть до границы постоянной заливаемой, затапливаемой зоны. Ну и вот тоже свидетельство того, что здесь когда-то было очень много воды. Раковины моллюсков, улиток, нескольких видов. Вот еще один. Вот типичные наши обитатели водоемов и водотоков. Большой прудовик, катушка большая и лужанка. Ракушка закрывалась крышечкой, но крышечка пропала. Вот, так что пока был разлив, они здесь жили, потом вода отступала, все высыхало, какая-то часть погибала, остались раковины, их здесь очень много. Сухо, могут быть пожары.
Последние годы очень сильно обострилась проблема зарастания кустарниками, вот такими, как эта ива, участков заливных лугов и низинных болот в пойме. Местное население раньше выкашивало труднодоступные участки, сейчас потребности в этом нет. Кашение производится на осушенных мелиорированных территориях, и вот прекрасные луга зарастают такой неприятной для преодоления растительности. Вот, почти саранча. Но на самом деле гусеницы, личинки бабочек. Объели, видите, целую ветку дуба. То есть ветка живая, вот еще отдельные листики сохранились. И тут же сразу видны виновники злодеяния. Вот она, гусеница, вот еще одна. Их здесь много. Они уже, вот видите, успокоились, сидят, активно не двигаются. На нижней стороне вот этого большого сука их довольно много скопилось. Там они окуклятся, уже начали обволакиваться паутинкой. И потом будет лед бабочек. Но их здесь слишком много, значит, синиц маловато. Местный ландшафт и природные комплексы очень разнообразны. По соседству расположились пойменные болота и луга, озера, леса, заросли кустарников. В общем, настоящий полесский Голливуд. Ну, по крайней мере, фильм о быте полешуков настоящих людей на болоте точно можно снять. Заливной луг – это ресурс, который когда-то считался крайне ценным. Дело в том, что во время разливов и паводков на заливные луга выносится органика из русла реки, ну, в виде в основном ила. То есть происходит без каких-нибудь особенных затрат и усилий со стороны человека распределение органического удобрения. И укосы очень высоки. В бывшем СССР, занимая всего 20% площади сенокосных территорий, луга давали около 50% укосов. Современных данных для Беларуси у нас нет, но, скорее всего, они могли бы быть сопоставимы. Заливной луг или займище. Луг, расположенный в пойме реки и заливаемый водой в половодье. Затопление луга повышает урожай трав благодаря внесению взмученных в воде илистых частиц и растворенных в воде минеральных солей. Обычно заливные луга приносят вдвое больше урожай по сравнению с соседними лугами. Сочетание высокой продуктивности и невысоких трудовых затрат на их поддержание исторически делало заливные луга высоко ценимым ресурсом. Заливные луга Припяти являются местообитанием десятков редких видов животных. Находящийся в пойме Припяти Туровский луг имеет международный статус территории, важной для птиц. Во время весенне-осенних пролетов здесь останавливаются сотни тысяч птиц, более чем 50 видов. Еще одна особенность Средней Припяти – это своеобразие флоры. Раньше эти луга использовались только для выпасания скота и сенокошения из-за их труднодоступности в период разливов и паводков. Благодаря этому луга оставались в открытом таком состоянии, не заросшим кустарниками. На них поддерживался видовой состав уже очень-очень давно, возможно, тысячелетия. Вот здесь на почве на иле высохшем виден такой характерный ржавый осадок. То есть в подстилающих породах есть железо. Может быть, можно было бы даже добывать болотную руду. Но не за этим мы здесь. Пойдем искать русалок. Все, от этого берега мы отходим и идем дальше по Припяти. Все, спасибо вам. Счастливо. Всего доброго, до свидания. Что ж, на реке русалок не встретили. Продолжим дорогу пешим путем. Что ж, на ветвях дуба русалок тоже не оказалось. Кстати, если вы считаете, что русалки – это такие прекрасные девицы с рыбьими хвостами, забудьте, это не так. У славян русалки – это духи девушек, утопившихся до брака. Причем духи зловредные, которые могут завлечь и защекотать мужчину насмерть. Кроме того, у наших русалок есть одно серьезное отличие. У них есть ноги, нет рыбьего хвоста, и они могут без проблем ходить по суше, что делает их намного опаснее. Зная, что ночью происходит такое, уснуть мы не могли. И еще мы не могли уснуть, потому что за окном был слышен голос самой редкой белорусской амфибии – квакши. Души натуралистов алчат приключений. Отправляемся в полесскую топь. О! Оттуда, да, звук? Да. Искать лягушку по голосу – это вызов даже для опытного натуралиста. Ночью, когда воздух наполняется сотнями голосов живых существ, отыскать то самое, которое тебе нужно, практически невозможно. Кстати, в орнитологии существует такой метод подсчет – по голосам. А амфибии чем хуже?
Жерлянка есть. Давай. Сверху у нее краска такая защитная, даже пятнистая немного. Вот, а с брюшка снизу такие вот пятна контрастные. Если ее на суше потревожить, она может пытаться... Вот сейчас она удирает к нам в воду. Но если на суше застать, она подворачивает лапки таким образом, что ее легко перевернуть на спину. Тогда становится видна вот эта вот отпугивающая окраска. Ну, вот это взрослый особь, это практически, ну, не максимально, но близко к максимальному размеру. То есть сильно она уже не вырастет. Ну, где все эти русалки? Чего они не пользуются? Такая возможность защекотать. Хватает самку, плотно ее держит, и потом они в определенный момент начинают выбрасывать в воду половые продукты. То есть самка выметывает икру, яйца, а самец молоки, сперму. И они там в воде сперматозоид, да, оплодотворяют яйцеклетки. Поймаем представительницу тропического семейства в нашей фауне. По крайней мере, попробуем. Готовы? Да. Красавец в нашем случае, поскольку это точно самец. Если его попытаться прихватить, он может даже... Не, не хочет издавать звук, как самка. А, хочет. Вот он сигналит мне, что он самец, и я его зря так захватил. Тут можно посмотреть на пальцах присоски, которые позволяют ему лазить по деревьям, по листьям и даже по стеклу, если посадить в стеклянный террариум или аквариум. Вот они, видны, дисковидные такие. Пытается ухватиться его. Снимешь? Да, давай крупно начни считать. Присоски на пальцах. Дисковидные. Хотя вот эта вот кожа, она у него тоже, когда подсыхает клейкая, тоже помогает удерживаться на поверхностях, на разных. Покажи его сверху у нее. А какая красивая, нарядная лягушечка. Ну, как лягушечка, условно, конечно. Вот тропическое семейство квакш. Надо сказать, кожное выделение тоже ядовитое, поэтому потом руки придется тщательно вымыть. Не потому, что бородавки или что-то такое, а вот если потом в глаза залезть, почесать или нос, то очень едкий, раздражающий эффект. Тихо, не ерзи, гони. А как ты понял, что самец? Потому что самка бы не вокализировала. Ну что, так и увенчалось наше вечернее мероприятие успехом. Русалок не русалок, но вот квакшу, представительницу тропической фауны в нашей, мы все-таки отловили и даже посмотрели и вам показали. Что, отпускаем? Уже слазить не хочет. Пригрелась. Вот она немножко сдулась, успокоилась. Чтобы она сейчас мне в глаза не прыгнула. Ну что же, поиски наши увенчались успехом. Остается дождаться рассвета и отправляться домой, в каменные джунгли, где о подобной экзотике остается только мечтать. Увы, за время нашего путешествия нам не повезло встретить ни одной русалки. Видимо, это очередной миф. Зато сколько прекрасных зверей и птиц мы увидели. В общем, видимо, не входят эти мифические существа в состав местной фауны. Паром уж на подходе. Пора возвращаться из полесской глуши к цивилизации. В самом сердце Полесья не хочется верить, что здесь за паромной переправой все течет совсем по-другому. Что есть места, где ездят по дорогам и коптят небо машины, и постоянно куда-то спешат люди. Что есть места, где никто больше не верит в русалок и водяных. Там же за 1000 лет почти ничего не изменилось. И благодаря отсутствию суетливого человека и не думает меняться. Настоящая терра инкогнита неизвестной Беларуси. Мы же с вами встретимся через неделю. С вами был Максим Немчинов. Пока.